не смог уместить видео, а точнее два видео в одно. Ладно, в итоге снимаю уже другое видео. Также приобрел с флягодержателем от Elite и этот, саму флягу, да? Так, по габаритам это стоит 200-750 мл от Between Cyclotec и от Elite 500 рублей, тоже 750 мл. Качество банки тут жесткое, тут мягкое. В принципе, по крышкам, по работе, в принципе, тут четко. Тут тоже четко все. Все, к этому вопросов нету. Обе получились такого синего цвета. И так по весу тоже все равно интересно. Сколько? 79 за 200 рублей. И 59 за 500 рублей. Ну, тут ощутимо, ощутимо в граммовке получается, нежели во флягодержателях. Итак, сейчас посмотрим, как все выглядит уже установлено в флягодержателе. Ну, визуально также от Elite очень красиво, все мне очень нравится. Кстати, попытался воткнуть в Elite флягу от Between, ну, вообще не лезет, такое ощущение, как будто я флягодержатель сейчас сломаю. И поэтому, кстати, называется флягодержатель Fly, там много у них серий есть от Elite. В итоге приобрел Fly, типа легкий, скорее всего. Так, вот защелка, да, как раз под этот паз. Аккуратненько надавливаю. Но сейчас еще мне чуть-чуть неудобно. Получается, ну-ка, чик, все, зафиксировалось. Все очень удобно, до конца село. Вот тут, кстати, резина, которая позволяет расширяться вот этим дужком. И за счет этого крепко огибать флягу. Но тут ничего такого нету, получается, все на жесткости вот этих элементов крепится. И все, да, обе сели, вот так они смотрятся. Значит, это будет всегда тут, это будет всегда тут, вот, и в принципе как-то так. В общем, сейчас можно будет спокойно ездить, заправившись 1,5 литрами воды. Чуть потяжелее будет велосипед при езде, естественно, да, но зато мне придется меньше останавливаться. Кстати, моя последняя поездка на 120 километров, опять же, показала то, что одной фляги на 70 и более километров, ну это вообще чушь, не хватает. То есть мне приходилось останавливаться 4-5 раз просто для того, чтобы заполнить вот это водичкой. То есть не потому, что мне надо, а потому что, точнее, не по другим нуждам, а именно из-за воды. Если была бы две фляги, естественно, остановок было бы меньше. Ну и можно комбинировать. Тут, допустим, изотоник, тут сладкая вода. Ну или как-то иначе, так скажем. Вот, поэтому катайте на 70 и более километров с двумя флягами. И будет вам счастье. Ну, наверное, все на этом. В принципе, по остальным видео вы все сами знаете. Как-то так. Всем спасибо и пока.